Сегодня в гостях у нас две вот такие посылки. Это посылки из магазина JD. Давайте распакуем и посмотрим их. Все, здесь пусто уже дальше. И вторая посылка, давайте тоже сразу распакуем. Это у нас зубные щетки. Давайте посмотрим на все детальнее. Зубные щетки вот так выглядят. На Мэй с резиновой и запакованы еще дополнительно здесь скотчем перемотаны. Наверное, была на Мэй, то есть фирменный скотч. А, где наш нож? Шесть зубных щеток я купил, была акция, но не смог удержаться и посчитал, что все равно я ими пользуюсь, поэтому вот так они выглядят, вот так, не знаю, как визуально там видно, не видно, вот таких разных цветов, вот три цвета таких, три таких, давайте на вторую камеру поближе я это покажу. Давайте одну откроем зелененькую и посмотрим. Пластик приятный на ощупь. Вот здесь такие вот ребрышки. И прикольно. То есть они все эти тонкие ворсинки, они сделаны из силикона. Я не знаю, как это практично, насколько это практично, как надолго их хватит, но это прикольно. То есть, ну и сейчас попробую. Ну, ощущение, как будто пластиком. Вожу пластиком по зубам. И такое щекотно деснам. Ощущения не такие, как обычной зубной щеткой пользуешься. Ладно, мы откладываем. То есть прикольно, буду пользоваться. Вот эту уже раскрыл, буду ей пользоваться. Вот, остальные будут запасные. Так, откладываем. И вторая посылка наша. Это вот такая вот автомобиль Kaideway. Он металлический. С JD тоже по акции был. Я его взял. Давайте распакуем и посмотрим на него. Вот такая вот коробка. Коробка цветная, красивая, не помялась. Вот, ну, JD умеют паковать, она не помялась, была запакована. Наверное, упаковка стоит дороже, чем сам автомобиль. Идет вот такая вот красивая бумажная каталог. Бумажный каталог, где описаны разные автомобили. У нас фокусировка слетает. Вот. То есть автомобиль из этой. И сам автомобиль полностью металлический. А нет, вот есть труба выхлопная пластиковая. Вперед еще капот пластиковый. И он открывается. Или что? Или не открывается? Или это я его ломаю? Наверное, ломаю. Давайте посмотрим. Вот он приоткрывается. Нет, я его, скорее всего, ломаю, да, то есть он не должен открываться. Вот, закрепили. Все металлическое, ножки из пластика. Вот здесь есть косячок по пластику, убрали его. Вот такой прикольный, сделан неплохо. Ну и работает у него вот эта вот штука. Вот. То есть оп, оп, оп. Работает туго.
Но все работает. В общем, прикольный трактор, или, ну, не знаю, как его назвать, дампер. Вот, там есть разные модели этих дамперов. Причем механизм еще крепления тоже прикольный. Сейчас я покажу, вот механизм крепления именно прицепа. Вот так он крутится, и вот так, то есть двухосевой. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Не забывайте поставить лайк или дизлайк, если вам понравилось или не понравилось это видео.